Я проснулся с мыслью, что в данный момент нечего и думать об инаугурации. Нечего и думать об инаугурации, поскольку меня не выбрали президентом. Меня и мы не собирались выбирать, об этом речи вообще не было. И мысли такой ни у кого не было, даже у меня. Да и президентом чего меня могли бы выбрать? И кто бы занялся такой чушью? Нет таких идиотов. Я бы, конечно, согласился по слабости характера, а потом всю жизнь бы жалел. Впрочем, жалеть сейчас абсолютно не о чем, разве что об инаугурации, а не о президентстве. Правда, я не знаю, что такое инаугурация. Наверное, такая же фигня, как и президентство. И слово говёное, и гуана, кастрация, гуано, и еще целый ряд такой же похабемий. А смысла в нем, конечно, никакого нет. Впрочем, как и во всех остальных словах, если вдуматься, даже в тех, которыми я сейчас пишу. И писать буду дальше. Мысль, изреченная, есть ложь. Так что я проснулся с абсолютно правильной мыслью, что в данный момент нечего и думать об инаугурации. И, пожалуй, никогда не надо о ней думать, как и о белом слоне.